Полицейскими асбеста задержана группа лиц, распространявшая наркотические средства. Как следует из материалов дела, организованная преступная группа в составе двух мужчин 1991 и 95 года рождения и одной девушки осуществляли сбыт наркотических средств через интернет-магазин путем закладок. Один из задержанных неоднократно судим за преступления, связанные с грабежами и разбоями. С 11 по 12 марта в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими асбеста наркоторговцы были задержаны. Преступники были доставлены в отдел полиции асбеста, где приобщили с оперативниками, дали признательное показание, пояснив, что хранили наркотики с целью последующего сбыта. Запрещенные средства они приобретали через третьих лиц. В ходе проведения осмотра полицейские обнаружили около 47 закладок, которые были оставлены подозреваемыми. 8 закладок у них было при себе. Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено место хранения основной массы наркотиков. В ходе осмотра квартиры, находящейся в Екатеринбурге, изъято около 60 грамм синтетики. Сейчас в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Наркоторговцам грозит до 20 лет лишения свободы. До решения суда задержанные будут находиться под стражей, а их предполагаемая сообщница под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.